это такая шерсть стальной стружки, которая очень хорошо горит и искрит, когда мы ее поджигаем и раскручиваем. Первый рисунок есть. Беру один кусочек стальной ваты и растягиваю его во все стороны. Распушаю, как говорится, чтобы пространство внутри было как можно больше и воздуху было проще поглотить его. О, прикольно. Прикольно, прикольно. Покажи, какие тут адские угольки. Вот все, что осталось от второго дубля. И когда я это кладу на снег, оно шипит. Сейчас я попробую сделать сферу. Стальная вата – это такой хаотичный световой инструмент, малоуправляемый, и которым рисовать в основном удобно только какие-то вот абстракции. Вот такой очень массовый и стихийный инструмент. Сама по себе при плотной одежде и вот такой вот маске защита для глаз, она может сказать безопасна, тем более, что это перчатки есть. Я в тот раз, когда мы летом, точнее осенью, выезжали за город, умно поступил, взял с собой ножницы, и мы часть там резали ее на месте. Потому что она закручена, представьте себе, шерсть. Закрученная стальная шерсть. Несмотря на то, что она внешне кажется мягкой, когда вот ее собирают в такие пучки, она становится плотным предметом. Кстати, не зря такое название Steel Wool, стальная шерсть. Она по консистенции очень похожа на... Женя говорит, класс! При рисовании огнем всегда надо брать с собой как можно больше различных зажигалок для того, чтобы, если одна зажигалка отказывается работать, использовать любые другие. Желательно, конечно, от турбо. Убирай руку. Убрал. Прикрой. Прикрыла. Убирай. Убрала. Вот. Готово? Да. Поехали. Во. Танцы с огнем получается у нас у Марии. Так, и есть, рисуй. О, отлично. Делать рисунок, пойдем, да? Ну хорошо. Восемнадцать-19 секунд уже. Как я уже сказал, фонарями рисовать проще. Жуткий ветер, холод и... отогревать и класть в руках постоянно. А горелка, на которую я рассчитывал, она замерзла, и использовал я этот баллон только в качестве зарядки. С вами был Дмитрий, с вами была Мария. Что скажем, пока, рисуйте светом, подписывайтесь на наши социальные сети. Спасибо за просмотр.